Мастер спорта и города Сыктывкар, Коми СССР, Республики Коми, Месяцев Сергей. Весовая категория 69. Номер 3. Мастер спорта из города Архангар. Поправка. Город Каргополь, Архангельской области. Никулин Виктор. Номер 4. Мастер спорта из Чебоксар. Казаков Сергей. Весовая категория 77 килограммов. Разрядник из Хазбек-Масийского автономного округа Белесов Леонид. Мастер спорта из города Кострома Черных Андрей. Мастер спорта из города Магнитогорска Петров Леонид. Мастер спорта из города Москва Моргунов Сергей. Спортсмен первого разряда из города Тольятти Самарской области Логинов Сергей. Мастер спорта из города Северодвинска Архангельской области Мамадалиев Мухабаратжан. Мастер спорта из города Дубна Московской области Богачук Михаил. Весовая категория 85 килограммов. Мастер спорта из Челябинской области Бронзин Николай. Мастер спорта из города Тольятти Самарской области Волковинский Сергей. Кандидат мастера спорта из города Москва Макаров Сергей. Весовая категория 94 килограмма. Спортсмен первого разряда из города Галичка Костромской области Храмцов Евгений. Весовая категория 105 килограммов. Мастер спорта из Смоленской области Романов Владимир. Весовая категория свыше 105 килограммов. Кандидат мастера спорта из города Самара Семенов Николай. Мастер спорта из города Старая Купавна Московской области Сущак Владимир. Мастер спорта из города Тольятти Самарской области Пасечник Владимир. И мастер спорта Калужской области Пестунов Андрей. 20 участников. Представляю судейскую бригаду, обслуживающую данный поток. Центральный судья международной категории Леора Бородолевич, Смоленск. Боковые судьи Красавин Валентин, республиканский город Тольятти, и Беляков Владимир, первая категория Нижний Новгород. Судьи-участники представлены. Внимание участников и представителей! Начинаем наше соревнование. Ассистенты занять свои места. Вес штанги 55 килограммов. К этому весу сделает свой первый подход мастер спорта из города Магнитогорска Карасев Дмитрий. К весу 60, номер 2, Месяцев готовится. Подъем защита. Осед, установите две штанги 60 килограммов. Номер 2 Месяцев готовится. Мастер спорта из города Сыктывкара. Месяцев Сергей. Первый подход.
30 секунд. Подъем засчитан. Месяцев Сергей заявляет на второй подход 65 килограммов. Номер один. Карасев Дмитрий. Второй подход. К весу 65 килограммов. Номер 5. Телесов готовится. Подъем засчитан. К третьему подходу Карасев заказывает ассистент установить две штанги 65 килограммов. Вес готов. Номер 2. Поправка. Номер 5. Пересов Леонид. Спортивного разряда Ханты-Мансийского автономного округа. Представляет город Нягань. Первый подход. Номер 2 месяца готовится. Подъем защита. Пересов ко второму подходу заказывает вес 70 килограммов. Номер 2. Мастер спорта Медин Сергей. Второй подход. Номер 1. Карасев готовится. Подъем засчитан. В третьем подходу Месяцев заказывает 67 килограммов. Номер один Карасев Дмитрий, мастер спорта Магнитогорска. Третий заключительный подход весовой категории 56 килограммов. К весу 67, номер 2 месяца готовится. Подъем защиту, закончил результатом 65 килограммов. Ассистент установит две штанги 67 килограммов. Номер 2 месяца готовится. Участник готовится к следующему весу. На 70 килограмм будет приглашен номер 14 Макаров. Вес готов. Номер 2 месяца Сергей. Третий заключительный подход. К весу 70, номер 14 Макаров готовится. Тридцать секунд. Было близко, но не справился. Объем неудачный. Закончишь данную 65 килограммов. А если это две штанги, 70 килограммов. Номер 14, Макаров готовится.
Вес готов. Номер 14. Кандидат в мастера спорта из города Москва. Макаров Сергей. Весовая категория 85 килограммов. Первый подход. Номер 5. Пересов готовится. Макаров Сергей, чемпион России. Год он, правда, не указал какой. Тридцать секунд. Подъем засчитан. Макаров заказывает на второй подход 76 килограммов. Номер 5. Пересов Леонид. Второй подход. К весу 75. Номер 9. Логинов готовится. Подъем засчитан. К третьему подходу Пересов заказывает 75. Вес готов. Номер 9. Логин Сергей, спортсмен первого разряда из города Тольятти, Самарской, Таманской области. Первый подход. Номер 5. Пересов готовится. Подъем засчитан. Следующий без участника. Со второго подхода заказывает Логинов 80 килограммов. Номер 5. Пересов Леонид. Третий заключительный подход. К весу 76. Номер 14. Макаров готовится. Подъем неудачный, закон результатов 70 килограммов. Ассистент, установите вес штанги 76 килограммов. Номер 14 Макаров готовится. Вес готов. Номер 14 Макаров Сергей. Кандидат в мастера спорта города Москва. Второй подход. Весовая категория 85 килограммов. К весу 80. Номер 15 Харамцов готовится. Подъем засчитан. К третьему подходу Макаров заказывает 81 килограмм. Ассистент установит вес штанги 80 килограммов.
к этому весу сделать свой первый подход Храмцов Евгений, подняв разряд из города Калич, Костромской области. Весовая категория 95-94 килограмма. Вес готов. Номер 15, Храмцов Евгений. Номер 9, Логинов готовится. Подъем защита. Храмцов заказывает ко второму подходу 100 килограммов. Просьба ассистента. Номер 9, Логинов Сергей. Второй подход. К весу 81, номер 14, Макаров готовится. Внимание представителей судей участников. Те, кто хочет привести видеопродукцию или фотографии, обращайтесь к видеооператорам за фотографиями, за судьей сидящим, за оператором сидящим за судьями. Тридцать секунд. Подъем защита. В третьем подходу Лобинов заказывает 85 килограммов. Оседу за две штанги 81 килограмм. Номер 14 Макаров готовится. А по поводу видеоматериалов обращайтесь на верх трибуны прямо по оси помоста, по центру помоста. Вес готов. Номер 14 Макаров Сергей, третий заключительный подход. К весу 82 килограмма, номер 3 Никулин готовится. Держи! Подъем защита. Закончил результатом 81 килограмм. Ассистент узнает две штанги, 82 килограмма, номер 3 Никулин готовится. Вес готов. Мастер спорта из города Каргополь, Архангельской области, Никулин Виктор. Первый подход, весовая категория 69 килограммов. К весу 85, номер 9 Логинов готовится. Подъем защиты. Никулин Виктор, победитель Кубка в России 2003-2006 годов. Никулин ко второму подходу заказывает 90 килограммов. Вес штанги 85 килограммов. Номер 9 Логинов Сергей, спортсмен первого разряда города Ленинска Московской области. Третий заключительный подход. К весу 90, номер 4 Казаков готовится. Тридцать секунд. Молодец, Серега. Подъем защита. Закончил результат 85 килограммов. Ассистент, 90 килограмм вес штанги ставите. Номер 4 Казаков готовится. С веса 90 килограмм стартует сразу несколько участников. Казаков Сергей, Черных Андрей, Мамат Алиев, Мубарак Джан. Вес готов. Номер 4 Казаков Сергей.
мастер спорта из города Чебоксары, весовая категория 69 килограмм. Первый подход, номер 6 Черных, готовится. Казаков Сергей, чемпион России среди ветеранов 2005 года. Тридцать секунд. Подъем засчитан. На второй подход он заказывает 95 килограммов. Номер 6. Черных Андрей, мастер спорта из города Кострома. Первый подход. Весовая категория 77 килограмм. Номер 10. Мамадалиев готовится. Подъем засчитан. Следующий место. Черных заказывает по второму подходу 95 килограммов. Номер 10. Мастер спорта из города Северодвинска Архангельской области. Мамадалиев Мубаракжан. Первый подход. Номер 3. Никулин готовится. Мамадалиев Мубаракжан обладает Кубком России среди ветеранов 2006 года. Подъем защита. Следующий. Мамадалиев на следующий подход заказывает 100 килограмм. Номер 3. Никулин Виктор. Второй подход. К весу 95 килограммов, номер 8 Моргунов готовится. Подъем неудачный. Но у него есть еще одна попытка. Номер 3 Никулин Виктор. Третий заключительный подход. Подъем защита. Удачно было. Закончил 90 килограммов. А сейчас установите две штанги. 95 килограммов. Вес готов. Номер 8 Моргунов Сергей. Мастер спорта. Весовая категория 77 килограмм. Первый подход. Номер 17 Семенов готовится. Подъем защита. Моргунов ко второму подходу заказывает 102 килограмма. Номер 17. Кандидат мастера спорта из Самары Семенов Николай.
Первый подход. Весовая категория свыше 105 килограммов. Номер 4 Казаков готовится. Подъем защита. Семенов заказывает второй подход 100 килограммов. Номер 4. Казаков Сергей. Второй подход. Номер 6 Черных готовится. Подъем защита. К третьему подходу Казаков заказывает 97 килограммов. Номер 6. Черных Андрей, мастер спорта из Костромы. Второй подход. К весу 97 килограммов. Номер 4. Казаков готовится. Подъем защита. Вес готов. Номер 4. Казаков Сергей. Третий заключительный подход. К весу 98. Номер 6. Черной готовится. Подъем неудачный. Закончил штангу 95 килограммов. Все достаточные штанги 98 килограммов. Номер 6 Черных готовится. А к весу 100 килограммов первым будет вызван номер 7 Петров. Вес готов? Номер 6 Черных Андрей. Третий заключительный подход. К весу 100 килограмм номер 7 Петров готовится. Подъем неудачный. Закончил результатом 95 килограммов. Ассистент установили штанги 100 килограммов. Номер 7 Петров готовит. Вес установлен. Номер 7 Петров Леонид, мастер спорта из города Магнитогорска. Первый подход весовой категории 77 килограммов. Номер 10. Мамадалий готовится. Поправка готовится Хранцов. Подъем защита. Следующий вес. Петров ко второму подходу заказывает 105 килограммов. Номер 15. Храбцов Евгений. Второй подход. Номер 10. Мамадалий готовится. Держим. Объем неудачный. Номер 10. Мамадалиев Умбараджан. Второй подход. Номер 17. Семенов готовится.
номер 17, Семенов Николай. Второй подход. Номер 10. Мамадалиев готовится. Охранцов к третьему подходу заказал вес 105 килограммов. Объем защита. Семенов заказывает на третий подход 107 килограммов. Номер 10. Мамадалиев Мубаракжан. Третий заключительный подход. К весу 102 килограмма. Номер 8. Моргунов готовится. Пейте соки малышам. Рядом со мной сидит малыш. Будете здоровы. Третий секунд. Поем неудачный. Закончил результатом 90 килограммов. Ассистент установит две штанги. 102 килограмма. Номер 8. Моргунов готовится. Вес готов. Номер 8. Моргунов Сергей. Второй подход. К весу 105. Номер 13. Бронзин готовится. Подъем неудачный. Третий заключительный подход. Номер 8. Моргунов Сергей. К весу 105. Номер 12. Бродзин готовится. Подъем защита. Закончил результатом 102 килограмма. Сейчас за две штанги 105 килограммов. К этому весу сделает свой первый подход. Номер 12. Бродзин Николай. Мастер спорта из Челябинской области. Вес готов. Номер 8. Бродзин Николай. Мастер спорта Челябинской области. Весовая категория 85 килограммов. Первый подход. Номер 7. Петров готовится. Объем защита. Номер 7. Петров Леонид. Второй подход. Номер 15. Хранцов готовится. Объем защита. Номер 15. Хранцов.
к весу 107 килограммов номер 17 Семенов готовится. Подъем засчитан. Закончился результатом 105 килограммов. Ассистент, установите две штанги. 107 килограммов. Номер 7 Петров готовится. Вес готов. Номер 17 Семенов Николай. Третий заключительный подход. Номер 7 Петров готовится. Подъем засчитан, закончен результатом 107 килограммов. Номер 7 Петров Леонид. Третий заключительный подход. А к весу 110 килограммов. Номер 11 Богачук готовится. Великов, подъем засчитан. Закончится результатом 107 килограммов. Ассистент на линии штанги 110 килограммов. Номер 11 Бокачук готовится. Вес готов. Номер 11 Бокачук Михаил, мастер спорта из города Дубна Московской области. Первый подход. Номер 16 Романов готовится. Подъем неудачный. Номер 16, Романов Владимир, мастер спорта из Смоленской области. Первый подход, весовая категория 105 килограммов. Номер 19, Пасечник готовится. Подъем неудачный. Номер 19. Мастер спорта с Тольятти, Самарской области, Пасечник Владимир. Первый подход. Весовая категория свыше 105 килограммов. Номер 11. Богачук готовится. Подъем неудачный. 4 старта со 110 и все неудачные. Возобновляем очередность. Номер 11, Богачук Михаил. Второй подход. Номер 16, Романов готовится. Надеемся, что и другие теперь будут справляться с начальным весом. К третьему подходу Богачук заказывает 113 килограммов. Вес 110 килограммов в штанге. Номер 16 Романов Владимир. Второй подход. Номер 19 Пасечник готовится.
объем защита. К третьему подходу Романов заказывает вес 115 килограммов. Номер 19, пасечник Владимир. Второй подход. А к весу 113. Номер 11, Пугачу готовится. Подъем защита. Пасечник заказывает на третий подход 120 килограммов. Соседу на две штанги 113 килограммов. Номер 11 Покачук готовится. Номер 11 Покачук Михаил. Третий заключительный подход. К весу 115 килограммов. Номер 20 Пестунов готовится. Подъем неудачный. Закончи с результатом 110 килограммов. Ассистент, установите две штанги. 115 килограммов. Номер 20 Пестунов готовится. Вес готов. Номер 20 Пестунов Андрей, мастер спорта Калужской области. Первый подход. Весовая категория свыше 105 килограммов. Номер 12 Бродзин готовится. Подъем защита. Пестунов заказывает на второй подход 125 килограммов. Номер 12. Родзин Николай. Второй подход. Номер 16. Романов готовится. Подъем защита. Бродзин к третьему подходу заказывает 120 килограммов. Номер 16. Романов Владимир. Третий заключительный подход. А к весу 120 килограммов. Первым будет приглашен номер 13. Волковинский Сергей. Секунд. Подъем неудачный, закончил лег с результатом 110 килограммов. Ассистент, установите две штанги 120 килограммов. Номер 13 Волковинский готовится. Вес готов. Номер 13 Волковинский Сергей, мастер спорта из города Тольятти, Самарской области. И первый подход. Весовая категория 85 килограммов. Номер 19 пасечник готовится. Подъем засчитан. Ко второму подходу Волковинский заявляет 127 килограммов. Номер 19. Пасечник Владимир. Третий заключительный подход. Номер 12. Бродзин готовится.
Объем защита закончил с результатом 120 килограмм. Номер 12, Бронзин Николай, мастер спорта из Челябинской области. Третий заключительный подход, весовая категория 85 килограммов. А к весу 125, номер 20, Пестунов готовится. Подъем неудачник закончил с результатом 115 килограммов. Ассистент узнает две штанги 125 килограммов. Номер 20 Пестунов готовится. Вес готов. Номер 20 Пестунов Андрей. Второй подход. К весу 127. Номер 13 Полковинский готовится. Пестунов заказывает на третий подход 133, вес 120 килограммов, номер 13 Волковинский Сергей, второй подход на 126, Любимов Сергей готовится, вне конкурса. Волковинский Сергей, бронзовый призер чемпионата России 2000 года среди взрослых в рывке. Подъем защита. Волковинский заказывает на третий поток 135 килограммов. Осетин за две штанги 126 килограммов. Любимов Сергей готовится. Вес готов. Номер 21 Любимов Сергей. Выступает день конкурса. И первый подход. Тридцать секунд. Подъем неудачный. Вес готов. Номер 18. Сущак Владимир, мастер спорта из города Старая Купавна Московской области. Первый подход. 130 килограмм. Вес 133 килограмма, номер 20 Пестунов Андрей, третий заключительный подход. К весу 135 Волковинский готовится. Подъем неудачи, закончил результатом 125 килограммов. Сейчас на две штанги 135 килограммов. Номер 13 Волковинский готовится. Вес готов. Номер 13 Волковинский Сергей. Третий заключительный подход. Номер 18 к следующему весу готовится. Тридцать секунд.
закончен. Закончен результатом 135 килограммов. У вас естественно за эти две штанги 150 килограммов. К этому весу сделал свой первый подход номер 18 Сущак Владимир. Вес штанги 150 килограммов. Номер 18 Сущак Владимир, мастер спорта из города Старая Купавна, Московской. Первый подход, весовая категория свыше 105 килограмм. Собственный вес ответа 131 килограмм 550 грамм. Готовится Любимов на вес 126. Подъем защита. А сюда стоит две штанги 126 килограмм. Секунд. Объем защиты на стену за две станки 162 килограмма. 162. Номер 18 Сущак Владимир. Второй подход. Если он поднимет этот вес, он установит новый рекорд в России в рывке двумя руками. Пожелаем ответ удачи. Подъем неудачи, но у него еще одна попытка. И надеемся, что рекорд состоится. Участнику дается на выполнение третьего подхода 2 минуты. Третий заключительный подход, номер 18, Сущак Владимир. Мастер спорта и город Старая Купавна, Московской области. Подъем засчитан. Карасев заказывает ко второму подходу 80 килограмм. Ассистент установит две штанги. 80 килограммов, номер 2 месяца готовится. За ним Карасев. Две штанги 80 килограммов. Номер 2 месяца Сергей, мастер спорта города Сыктывкара, Республики Коми. Первый подход, весовая категория 62 килограмма. Номер 1 Карасев готовится. Секунд. Подъем защита. Следующий месяц заказывает на второй подход 85 килограммов. Номер 1 Карасев Дмитрий, второй подход.
веса 85, номер 5 Пелесов готовится. Подъем засчитан. Карасев заказывает на третий подход 85 килограммов. Ассистент, установите вес 85 килограммов. Готовится Пелесов, Макаров. Вес готов. Номер 5. Пелесов Леонид. Спортсмен второго разряда Ханты-Мансийского автономного округа. Весовая категория 77 килограммов. Первый подход. Номер 14 Макаров готовится. Подъем защита. Пелесов заказывает на второй подход 90 килограммов. Номер 2. Мезенцев Сергей. Второй подход. Номер 1 Карасев готовится. Поправка. Номер 14 Макаров Сергей, кандидат медицинской службы из города Москва. Первый подход. Номер 2 Мезенцев готовится. Подъем защита. Макаров заказывает на второй подход 95 килограмм. Номер 2. Мезенцев Сергей. Второй подход. Карасев готовится. Секунд. Подъем защита. Третьего подхода у Мезенцев заказывает 90 килограммов. Номер 1 Карасев Дмитрий. Третий заключительный подход. К весу 90 килограммов, номер 5 Пелесов готовится. Подъем защита. Такой же результат 85 килограммов. Ассистент, установите две штанги 90 килограммов. Номер 5 Пелесов готовится. А Карасев Сергей успешно выполнил все три попытки в рывке, также все три попытки в толчке. Сумма категории у него 150 килограммов. И занял первое место весовой категории 56 килограммов. Две штанги 90 килограмм. Номер 5 Пелесов Леонид. Второй подход. Номер 2 Мезенцев готовится. Пелесов Леонид. Спортсмен второго разряда весовой категории 77 килограмм. Из Ханты-Мансийского автономного округа. Подъем защита. Пелесов заказывает на третий подход 95 килограммов.
Номер два. Месяцев Сергей. Мастер спорта Сыктывкара. Третий заключительный подход. Весовая категория 62 килограмма. Он уже выходит в ранге победителя 12-го кубка России по тяжелой атлетике. В рынке он показал результат 65 килограмм. Тридцать секунд. Подъем засчитан. Закончился результатом 90 килограммов. Ассистент установитель штанги 95 килограммов. Номер 14 Макаров готовится. Месяцев Сергей набрал в сумме Григория 155 килограммов. Экзамен первый месяц весовой категории 62 килограмма. Вес штанги 95 килограммов. Номер 14 Макаров Сергей, кандидат мастера спорта из города Москва. Весовая категория 85 килограммов. Второй подход. Номер 5 Пересов готовится. Подъем защита. Следующий вес. Макаров заказывает на третий подход 102 килограмма. Номер 5. Пересов Леонид. Третий заключительный подход. Весу 100 килограммов. Номер 9. Логинов готовится. Подъем защиты 2 к 1. Закончим с результатом 95 килограммов. Ассистент установитель вес штанги 100 килограммов. Номер 9. Логинов готовится. А Пересов закончил суммой двоеборья 165 килограммов. И пока лидер весовой категории 77 килограммов. Но там еще есть несколько участков, которые стартовали больше места. Вес готов. Номер 9. Логинов Сергей, спортсмен первого разряда из города Тольятти Самарской области. Первый подход. Весовая категория 77 килограммов. На вес 102 номер 14 Макаров готовится. Подъем защита. Логинов заказывает 105 килограммов. На второй подход. Ассистенты 102 килограмма вес штанги установите. Номер 14 Макаров готовится. Вес готов. Номер 14 Макаров Сергей, кандидат мастера спорта из города Москва. Третий заключительный подход. На вес 105, номер 9 Логинов готовится. Секунд.
ее защита на ту же толчок результатом 102 килограмма. Две штанги инструментисты 105 килограммов, номер 9 блогеров готовится. А Макар набрал в сумме двоеборья 183 килограмма. Вес готов? Номер 9 блогеров Сергей. Соответственно, разряда из города Тольятти Самарской области. Второй подход. Весом 110, номер 3. Никулин готовится. Подъем защита. Блогеров на третий подход заказывает 110 килограммов. Следующие штанги 110 килограммов. С этого веса стартует несколько участников. Номер 3 Никулин Виктор, номер 4 Казаков, Черных, Моргунов, Мамадалиев. Он на 115 перезаявляет. Храмцов. Вес штанги 110 килограммов. Номер 3 Никулин Виктор, мастер спорта из города Каргополь, Архангельской области. Первый подход, весовая категория 63 килограмма. Номер 4 Казаков готовится. Подъем защита. Никулин заказывает на второй подход 106.